Здравия желаю, новобранцы, рядовые ветераны маршева, на связи штаб игрового спецназа. На связи сменный связист Иван Нагиватор, и мы продолжаем проходить Shadow Fight 3. У нас выскочка, это первый босс Денрао. Я попробую еще раз его одолеть. Я просто пытался у следа сходу взять, но теперь надо повнимательнее махаться. Не уверен, но если что, буду пытаться снова и снова. Мне же все-таки один раз, когда вот эта игра только-только вышла, я в нее играл, мне же получилось его одолеть. Конечно, не с первого раза, я просто ожидал. В голову. Блин, зараза какая. В голову ему. Блин, первый раунд за ним. Дракона выпустил. Отлично. Yes. Второй раунд за мной. Есть. Очередной раунд за мной. Теперь Данрау меня вряд ли догонит. Хотя если я буду ложать, то тогда увы. Это была потная битва. Ну, сейчас будет еще один раунд. Блин, просто не углядишь, когда и бить ему, блин, по ногам. Есть.
Блин. Есть. Второй уровень. Это было, конечно, трудно, но я смог. 103. 181. И рубины. В экипировку. Убирайся, Денрау, и передай своему императору, что за каждого солдата легиона мы положим 10 династов. Император здесь ни при чем, я уверяю вас. Молчать, с тобой мы поговорим в лагере, возвращаемся. Так. Не знаю, что это было. Ладно, подождем. Так. Пока ничего не вылетело. Хорошо. Так. Просто у меня... Я не понимаю, почему какая-то загрузка произошла. Так. Нет. Не будем пока. Не забывайте выполнять задания. Угу. Так, я хотел по поводу снаряжения. Мне там меч вроде бы дали. Надеваем. Так, способности не дали. Так, пока... Сказали, что уровень 3. Ну, пока... Сейчас, минуточку. По поводу... А, пока нельзя. Сейчас. А, шлем можно улучшить. Улучшаем. Сейчас тогда доспехи еще улучшим. И меч улучшим. Возвращаемся. Глава первая пока. Сэр, штрафники сбунтовались. Они требуют казнить династку и отомстить за наш аванпост. Чего? Мы казним ее чуть позже. Сначала с ней потолкую, Гизма. И ты, новенький, разберитесь со штрафниками. Хорошо. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.